набор керамических салатников, который называется «Цветы». 6 салатников здесь в комплекте и 6 крышек. То есть вы получаете 12 предметов за 990 рублей. Да и крышки у нас здесь непростые. Крышки действительно непростые. Во-первых, они прозрачные. То есть мы видим, что хранится у нас в каждом контейнере. Не нужно открывать, чтобы узнать, что внутри. Но это еще не все. Каждый контейнер имеет клапан, который позволяет нам создать в контейнере вакуум, что увеличивает срок хранения продукта. Вот посмотрите, в верхней части мы им видим как раз вот, такой вот циферблатик с цифрами от 1 до 30. Это своеобразная такая маркировка. То есть установив стрелочку на дате приготовления того продукта, который вы сюда положили, вы всегда будете знать, когда вы его приготовили. Здесь же в верхней части еще и присутствует клапан. Если его открыть и выпустить воздух, то есть у нас как раз вот тот эффект вакуума уже прекращается. А для того, чтобы создать снова эффект вакуума, нам нужно закрыть и несколько раз нажать, чтобы выдавить воздух. Потому что с внутренней стороны, сейчас я вот покажу на крышке, у нас присутствует вот такая вот, вы ее видите сейчас, красная силиконовая мембрана, которая не позволяет нашим продуктам заветриваться и получать от соседних, так сказать, продуктов посторонние запахи. Это эффект сохранения продукта и экономии денег, потому что они вам не понадобится их выбрасывать. 84 рубля за один контейнер, это совсем небольшая цена. И посмотрите, в сложенном состоянии смотрится очень компактно и выглядит, и удобно будет размещаться на любой полке, на любой кухне. Вы получаете, посмотрите, 6 контейнеров, 6 крышек, либо вот такие голубые розы, пожалуйста, посмотрите на этот принт, либо нежный цветок. Выбирайте либо набор таких, либо набор таких. Вот мне, кстати, нравится очень нежный цветок, потому что они такие какие-то очаровательные. Вот идеально смотрятся на любой кухне, особенно дачной. Поэтому, если вам нужны салатники для дачи, для лета, для того, чтобы складывать ягоды, какие-то вкусные ваши остатки еды, например, которыми будете пользоваться, да, вы успеете для себя приобрести. Это потенциальный хит продаж, потому что такие контейнеры нужны на каждой кухне. А в обычных магазинах контейнер с вакуумной крышкой будет стоить совершенно бешеных денег. Но сегодня в нашем прямом эфире цена максимально низкая. 12 предметов за 990 рублей. Такая цена, это просто подарок. А из чего они сделаны? Керамика. Соответственно, мы можем запросто поставить в микроволновку наш контейнер. То есть, смотрите, если вы будете использовать этот контейнер для того, чтобы взять с собой, например, на работу обед, вы можете запросто поставить этот контейнер в микроволновку, чтобы разогреть. Итак, объем наших контейнеров, вот диаметр 10, 14 и 16 сантиметров. Вот как раз, кстати, слышно, что эта керамика очень звонкая. А в миллилитрах объем у нас составляет самый большой 900 миллилитров. Два таких, кстати, в комплекте. Все 600, идут по два. 600 миллилитров. Две штуки и вот такой вот самый маленький 300 миллилитров. То есть, соответственно, можете использовать для соусов, для специй, пожалуйста, например, для сыпучих. То есть, бывают, например, очень дорогие специи, которые, в принципе, когда вы их открываете пакетик, то они выветриваются и теряют свои, так сказать, вот эти эфирные масла, да, которые и дают вкус тому блюду. И чтобы ни в коем случае эти эфирные масла не разлетались, нужен контейнер для хранения. Опять же, есть продукты, которые теряют, так вот, как, например, кофе свой аромат, чай может быть отсыреть, например, если влажность какая-то. Нужно такие продукты хранить в закрытом виде. Ну и, конечно, контейнеры в первую очередь нам нужны для хранения обычных продуктов. Та же самая рубленная зелень. Если вы ее оставите в холодильнике не накрытой, то есть, соответственно, она уже довольно-таки быстро заветрится. День-два и все. Сыры, опять же, вот такие вот молочные продукты, которые подвержены впитыванию посторонних запахов. Для этого нам как раз и нужны контейнеры. Это функция хранения. Другая функция – разогрев. То есть, если мы берем с собой на работу себе, так сказать, прямо по-русски тормозок, да, то есть объем 900 миллилитров позволяет нам взять, пожалуйста, полноценный обед. То есть мы можем взять и первое, и второе. То есть, например, вот 600 миллилитров можем взять первое блюдо, а в контейнер 900 миллилитров можно взять второе и гарнир. То есть, соответственно, транспортировка, мы довозим до места работы, потом
потом разогрев и используем как полноценную керамическую миску. Ой, скажи, пожалуйста, Артем, очень часто бывает, что ягоды соберешь, да, они сейчас какие дорогущие, да, особенно зимой, соберешь и хочешь их заморозить. Но пока довезешь с дачи до дома, там, в пакете или в какой-нибудь таре, они становятся расплющенными. Один сок привозишь, например, ту же самую клубнику. Если мы сразу будем складывать вот такие лоточки наши ягоды, а потом, например, замораживать в морозильнике, мы можем это сделать? Можем запросто, да. Керамическую посуду можем запросто ставить в микроволновку, можем ставить в посудомойку, можем ставить в морозилку. То есть абсолютно без каких-либо ограничений. Ты знаешь, для меня настоящий подарок такие контейнеры. Почему? Потому что очень часто, когда приходят гости, мне нужна дополнительная тара для соусов, для того, чтобы положить какие-то закусочки, да, для того, чтобы выставить красиво на стол. Потом гости ушли, осталась еда. Я прямо здесь ее оставляю, накрываю крышкой, да, делаю вакуум, вот ты сказал, три раза нажимаем, закрываем, и она хранится, еда дольше. А когда нужно съесть что-то, я же всегда под крышкой вижу, что у меня внутри красиво все в холодильнике, без запахов. Я открываю, снимаю, например, крышку и ставлю также вот в этой замечательной посуде разогреваться в микроволновой печи и подаю в ней же опять на стол. То есть мне не нужно теперь 200 тарелок мыть каждый Совершенно раз. Совершенно верно. Те же самые маслины и оливки. Во-первых, банки, в которых они хранятся, то есть в которых они продаются. А после вскрытия ни в коем случае нельзя хранить вот железных, в таре, да? производителя. Да, то есть хозяйки, которые хоть раз скрывали банки с консервированными ананасами и либо персиками и оставляли их в этой же банке, знают, что через день-два эти фрукты начинают отдавать вкусом железа. Потому что идет процесс окисления. Ни в коем случае нельзя оставлять маслины, оливки, ананасы, то есть любые консервы именно в тех банках, в которых они изготовлены и упакованы производителем. То есть обязательно нужно переложить. А куда переложить? Как раз таки вот, пожалуйста, вот такие вот контейнеры. Те же самые оливки, маслины. Переложили, поставили в этом же контейнере на стол. Посмотрите, как удобно и красиво будет смотреться. Если вы какой-то соус, например, открыли банку с соусом, переложите вот в такой вот контейнер. Ни в коем случае не оставляйте в таре производителя. У нас в комплекте 12 предметов. Посмотрите, это потенциальный хит. Продано уже 120 таких наборов. Это значит, остается все меньше и меньше. Успевайте. Также вы получаете вот такие вакуумные крышки для того, чтобы ваши продукты хранились максимально долго. А согласитесь, продукты сейчас стоят очень дорого. И выбрасывать продукты, которые вы купили, очень жалко. А как это обычно происходило? Ну, у меня, по крайней мере. Лежит, например, в каком-нибудь пакетике, да, и ты уже не видишь. Либо одну тарелку берешь, кладешь свою еду, накрываешь другой, открываешь холодильник, эта тарелка падает. Хорошо, что не разбилась. Зачем? Теперь у вас в холодильнике все будет аккуратно, опрятно. Например, зашли гости, вы говорите, доставай там из холодильника. Человек открывает, а у вас все чисто, у вас все красиво, у вас все в едином стиле. Потому что вы настоящая хозяюшка. Вы получаете комплименты от своих домочадцев. Вы получаете 2 по 900 миллилитров вот таких контейнеров с двумя крышками, пожалуйста. 2 по 600, вот они, пожалуйста, миллилитров с двумя крышками, пожалуйста. И, конечно же, 2 по 300 миллилитров с двумя крышками. Для тех, кто нам только что присоединился и делает свой первый заказ, мы хотим рассказать о том, что же это за контейнеры. Давай еще раз расскажем, что это за материал, крышки, Итак, материал. Материал самих контейнеров это костяной фарфор. То есть по звуку фарфор можно отличить от обычной керамики. То есть фарфор это разновидность керамики. Но можно когда, я попробую? Да, он очень звонкий. Посмотри, как этот, рында морская, как колокол. Да. Вот, очень звонкий фарфор, то есть, соответственно, этот продукт экологически чистый. Та же самая глина, которая прошла двойной обжиг, никак не будет влиять на продукты, которые будут здесь храниться. Не будут окисляться, не будут передавать свои запахи. То есть, соответственно, не боится использования в микроволновке, посудомоечной, либо машинке, либо морозилке. Вот такой вот вариант. Плюс крышки. Крышки у нас прозрачные, что позволяет нам видеть, что у нас внутри хранится. Не нужно открывать. То есть, знаешь, вот как правило, контейнеры продаются с крышками цветными. И ты не видишь,
что у тебя там хранится. Ну и, соответственно, можешь не запомнить, что хранилось в каком контейнере. Здесь же очень удобно, благодаря тому, что крышки у нас прозрачные. Плюс каждая крышка имеет силиконовое, вот такое силиконовое кольцо. То есть вот такой уплотнитель, вот он красненький, его видно. Благодаря этому кольцу не попадают вовнутрь посторонние запахи и, соответственно, не выходят наружу. Вот у нас... Так, а расскажи, пожалуйста, как делать вот тот самый вакуум? Вот у нас как раз и получается, что клапан верхней части, который у нас находится вот с отверстием, мы несколькими нажатиями выкачиваем оттуда воздух и в нажатом состоянии закрываем. То есть у нас крышка еще более плотно прижимается к самому контейнеру, и все. Посторонние запахи не проникают вовнутрь, и запахи от продукта, хранящегося внутри, не проникают наружу. То есть вот у нас, пожалуйста, в одном контейнере специально мы порезали лук. Лук довольно-таки ароматный продукт, который, так сказать, готов обменяться своим ароматом с соседями. Но с этими контейнерами ни в коем случае такого не произойдет. Менее 30 секунд остается. Продан уже почти 200 таких наборов. Выбирайте. Вот такой цвет называется «Голубые розы». Вы получаете 12 предметов, и крышки, и контейнеры. Также есть второй вариант цвета, называется «Нежный цветок». Возьмите два, обязательно пригодится и в подарок, и себе. Успейте, пока они есть в наличии. И это костяной фарфор, это вакуумные крышки. Да, одна крышка иногда стоит больше, чем контейнер, а у нас здесь и 6 крышек, и 6 контейнеров. Все вы получаете в одном наборе. 12 предметов, лот 24-975. Доставка в любой регион России есть, оплата только после получения. Выбирайте для себя все самое лучшее. Наслаждайтесь умным шопингом без переплат.